мяч вижу, верни его на базу. Пасуй сюда, слышишь, заслончик за спиной проход, скидочка. Что? Вот тебе, братишка, еще 3 очка. Что? Плевать на счет, плевать, кто ведет. Дай забить сверху, а то порвут твой рот. Уберите его отсюда, отдайте мне мяч. Серега, мы под тебе все делаем. Ты там доха? Здесь очень много молодежи, много детей. Сегодня они пришли сюда, посмотрят. Будут ребята, кого на самом деле это зацепит. И они будут тренироваться, выступать. И через лет 10 они могут стать легендами этого вида спорта. Я считаю, что нужно такие соревнования проводить побольше. Нашу молодежь. Я почему говорю нашу? Потому что Казахстан для меня такое родное место. Остановил этот поединок на 3 минуте 3 секунде первого раунда. Победу нокаутом одержал боец красного угла Руслан Сариев. Я хочу пояс, Хабиб. Я хочу пояс. Я хочу. Мансур. Мансур, пойдемся. Khabib in the house, great to have the boss out here, the eagle in the building. Good, good. Beautiful. Sport объединяет. Чай. Мой соперник Руслан Шамилов, посмотрел его бои, очень достойный соперник. Когда нам поступило предложение от Лиги Найза подраться за титул в среднем весе, мы с командой, не раздумывая, согласились. Ожидания грандиозные, и хочу побыстрее вступить в схватку и примерить на себя пояс. В боях я всегда иду до конца, и этот бой не будет исключением. И я думаю, что зрителям понравится наше противостояние. Хочу завоевать этот пояс и обрадовать всех своих болельщиков в своем городе и во всем Казахстане. Я готов оставить все силы в клетке в этом бою. Настало мое время.
был. Барлық осылай басталу батырлы, бірінші. Тамаша! Дүрметік мінекет. Шамиловтың өзіңдей жарт еткен соққылары. Абдрахманов тақырап қалып жатқан жоқ. Құрған сұлықпау керек. Абдрахманов Шамиловтың жұдығынан көз жазып қалды. Енді осы бір қылқындыру әдісі жүзеге асып кетер ме екен. Жәнел және берілді. Жекпе-жек аяқталды. Winner by submission and new NFC champion of the world, Руслан Шамилов. Руслан Шамилов. Найза FC лигасының чемпионы. Құттықтаймыз жеңісімен. Stop the bout in 2 minutes and 6 seconds of the round 2. And winner by TKO and new interim AFC middleweight champion, Taurem Yermeka! Ассаламу алейкум, қалың елім, қазағым. Рахмет сендерге, көп-көп қолдап келіп жатсыңдар. Е, басымен секірме керегіңіз. Она узкий проход, она халайт сама. Вот кешем сюда.